Юнлинги, пришло время сбора. Используйте свои навыки с умом. Храм джедаев. Это было давно, но... Да, я помню. Каждый юнлин приходит сюда. То есть, приходил. Когда еще были джедаи. Вроде там можно пробраться. Я буду осторожен со льдом. Это самый сильный буран, что я видел. Этот шторм и храм, как будто они как-то связаны.
ничего не разглядеть, да? Нам надо спускаться, а то лицо отморожу. Здесь медитировал великий джедай. Он вспоминал разные моменты своей жизни, свои приключения и испытания. Раньше было красиво. Тепло хотя бы. Я помню это место. Магистр Йода расплавил дверь, чтобы мы попали внутрь. Не силой, кристаллом. Свет проходил через него, неся с собой тепло. Мы можем сделать так же. Кристалл усиливает тепло света. Нам надо просто правильно его разместить и открыть окно напротив водопада. Thank you.
Нашел что-нибудь?
там, беги. Каждый путь уникален, дитя. Контролируй свой гнев. Из тех трещин под водой идет тепло, но здесь дикий холод. Я чувствую его зов. Мы совсем рядом. Нельзя выбрать Кайбер-кристалл. Это он тебя выбирает. Да, прямо как ты. Просто тряхнуло. Ничего. Надеюсь, выдержит. Зов становится сильней. Поспешим. Такое чувство, будто я окружен призраками. Нет, я не в порядке. Мне тяжело здесь. Спасибо. Это они. Как они нас нашли?
Пойдем, веди. Веди. Сможешь взломать? Не хочешь заглянуть? О, там было что-то интересное. Ебаный стыд. Где ты его видела? Он направлялся в пещеры. Он звал, но я не смогла его найти. Вон он. Я вижу, как он сияет.
хорошие данные. Он где-то там. Я его чувствую. Мы скоро выйдем отсюда. Я обещаю. Беди! Не подходи! Беди! Это еще не конец, друг мой. Время пришло. Возможно, это наша последняя встреча. Над нами навис рок ордена джедаев, я чувствую. Нет,
Это еще не конец. Неудача лишь часть пути. Надежда не угаснет в сердцах тех, кто борется. Как ты, беди один. Знаю, ты найдешь того, кто будет так же храбр и непреклонен, как и ты, друг. И ты ему поможешь, как помогал мне. Но твоя память будет полностью стерта. Ты точно этого хочешь? Запускаю полное шифрование памяти. Только с полным доверием твои воспоминания будут открыты. Я в тебя верю. И всегда верил. И верю в того, кого ты выберешь вместо меня. Прощай, мой друг. Твоя память. Ты рискнул ей ради меня? Да, и я в тебя верю, приятель. Да, ты прав. Еще есть шанс. Шанс есть всегда. Пошли. Внимательнее, Падаван. Не ты выбираешь кристалл, а он тебя.
Весь отряд погиб.
Он перемещается! Всех не перебьешь! Сюда! Кто-нибудь! Мы с этим разберемся! Сможешь с ней совладать? Вижу врага. Приготовиться. Получен урон. Замечен потенциальный нарушитель. Замечен джедай. Успешная атака. Убиваю противника. Заявлено вторжение. Нарушитель избегает ущерба. Внимание! Преследую нарушителя. Целостность нарушена. С этим беди. Тере, они захватили Илум. Нужно выбираться. Ты в порядке? Нет, меня заметили. И это еще не все. Они добывают кайбер-кристаллы. Капитан, готовимся к взлету. Да. Не радостно видеть эти кристаллы после всего, что мы пережили. Ты проворный!
Да попади по нему, наконец! Руки вверх! Мы тебя схватим! Он напуган до смерти! О вас говорят по всем имперским каналам. Направляют на вас все силы. Вы с Гризом в порядке? Мы залегли на дно, но буря почти улеглась. Скоро останемся без укрытия. А если замаскировать сигнал Богомола? Это работает только, когда они нас не ждут. Есть другая идея. Надо его остановить! Он погиб! Он слишком хорош! Не сдаваться! Только ты и я! Я помню трепет перед этими пещерами. Как мне не терпелось завершить обучение и стать рыцарем-джедаем. Цель рядом. Ищу зону прямой видимости. Всех не перебьешь! Попробую догнать! Такое чувство, будто я не спот... Твои шансы на выживание низкие. Очень низкие. Системы отказывают. Я заметил движение внизу. Пожалуй. Получится его достать?
Контролируй свои эмоции. Но, учитель, это же просто. Юнлинг обронила это на испытании. Она так боялась провала. Навевает воспоминания. Не предвиделось.
взломала их шифрование. Искажаю передачи, но уже скоро они все восстановят. Надеюсь, это даст нам фору. Спасибо. Тут повсюду штурмовики. Илум был нашей планетой, Хелл. Напомни им об этом. Они прорвались и вызвали подкрепление. Каждый звездный разрушитель в секторе направляется сюда. Если они доберутся сюда до тебя... Нет, мы прошли этот путь не для того, чтобы угодить в плен. Я иду к вам. Смотри здесь. Что там у тебя? Thank you.
офицеры, у нас гости. Пусть Грис закроет богомол. Что? У тебя же империя на хвосте! Парень, ты чё, спятил? Доверь ты мне. Хорошо, закрываем корабль. Ты справился. Мы. Без вас я бы сюда и не попал. На браке я мечтал о том, как буду штурмовать Корусант вместе с выжившими из Совета джедаев. На деле судьба Ордена зависит от азартного игрока, бывшего джедая и недоподавана. Кучка неудачников. Сам понял, что сказал? Только на Беди можно положиться. Он дал Кордове стереть свою память, чтобы остаться и вести нас. Но вы оба хотите пожертвовать всем, чтобы продолжать, когда это кажется невозможным. Неудача — это часть пути. Я это понял. Спасибо. Вам всем.
Эй, Крис! Ты меня зовешь? Ты уверен, что эти лианы не опасны? Уж очень сильно выросли. Ага, у меня уже руки отваливаются подрезать их каждый день. А так все хорошо, пока я не забываю их подстригать. Успокоил, называется. Пора в путь. Датамир, да? Я готов к бою. Да. Пора встретить прошлое. А что с тобой, Дрилы? Не знаю, когда я буду готова. Ты знаешь, что поможет тебе исцелиться. И я очень горда тобой. У меня свой путь. Помни, что я всегда готов тебя поддержать. Мы вот-вот выйдем из гиперпространства. По местам. Все будет хорошо. Сделаем ставки на то, какие ужасы нас ждут. Еще мертвецы, огромные пауки, цветы-убийцы. Все сразу. Не говори так. Или, может, сброд Гаксиона доберется до нас. Вы что, еще на меня злитесь? На своего Гриза? Злиться не совсем то слово. Но не отрицайте, вы получили острое ощущение. Думаете, в черный список сброда Гаксиона попадают все подряд? Не будь ты таким хорошим пилотом, я бы сама тебя им сдала. Не теряй свои навыки, Гризи. Ты уже не кажешься напуганным. Это потому, что на минуту я забыл, где мы находимся. Но спасибо большое, что напомнил, Кэл. Обращайся. Ну, как ты держишься, вернувшись сюда и вообще? Думаю, получится. Кэл, я уверен, что все получится. Спасибо. Если захочешь пойти со мной, я буду рад. Что? С какой-то стати? Нет, я туда не сунусь. Что тебе нужно, Кэл? Ладно, я пошутил. Ну, я рад, что мой страх перед жуткой смертью от руки ведьмы-зомби тебя веселит. А теперь давай за дело и уберемся отсюда!